Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня 26 мая 2023 года. На улице 8 часов утра и 24 градуса жары. Иду вам показать, как зашли мои огурчики, сорт изящный. Мы с вами сеяли где-то неделю назад. Их пойдем посмотрим. Вот здесь мои сидят огурчики изящный сорт. Сажала я где по 3, где по 4. Так, здесь вначале взошли. Вечером поливаю. Здесь зашло всего одно зернышко. Здесь все 3 взошло. Здесь 2. Знаете, во всех луночках почти взошли. Вот здесь не видно. Ну, ничего. Значит, если здесь не взойдет, значит, здесь оставим 3, а здесь оставим 2. Чтобы пустоту эту. Здесь 2. Здесь так, ничего не видно. Придется рассаживать. Подожду еще несколько дней. И здесь ничего не видно. Вот 3 луночки только из 11. 3 луночки не взошли. Ну, придется аккуратненько вечером пересадить. На краешек можно и не садить. Плети отсюда пойдут. Вот этот садить. Так, огурчики изящные, для засолки хороши, раннеспелые, пчелопыляемые. Для консервирования засолки в употреблении в свежем виде. Но эти огурчики любят обильный полив, иначе будут они очень-очень даже горькие. Так, солнышко взошло, день будет жаркий, птицы поют. Утром как выйдешь, да чего ж хорошо иметь свой огород. Не, огород тяжело иметь, а свой сад. Выйдешь, чтоб это самое, пройтись, послушать пение птиц. Это красота. Ну вот и все, мои дорогие друзья. Видео короткие. Я не люблю длинные делать. Заходите в гости, как всегда, буду рада. Вас здесь вот ждем у всхода в дыни. Дыни уже тоже, дынька начала пробиваться потихонечку. Нужно сегодня больше пролить. Хотя бы чуть-чуть бы, хоть бы что-то взошло из дыни. Так хочется и своей дыньки попробовать. Я каждый год выращиваю и дыни, и арбузы. Хоть понемножку, да пробуем и свои. Пока, мои дорогие друзья.